задумалась, мое промолвив имя, и сказала, притаившись, словно мышь, «У меня с тобой иначе, чем с другими. Понимаешь ли ты это, мой малыш? Мне с тобой не так, как с ними, понимаешь, мой смешной и недоверчивый чудак. Я торчу, когда меня ты обнимаешь, а другие это делают не так. Бестуховно как-то делают, и вяло. И к тому же у тебя не как у них. Я с другими ничего не испытала, словно, в общем-то, и не было других. Разве что-нибудь с твоим сравнится дулом? Неужели не поймешь ты одного? Я с другими не была, как ты подумал. Но если и была, то что с того? Мне вообще с другими скучно, если честно. К ним меня не заманите калачом, потому что мне с тобою интересно, а с другими это просто ни о чем. Если честно, я с другими только маюсь. И поэтому, когда само собой я случайно с ними этим занимаюсь, то душа моя не с ними, а с тобой. И с другими, понимаешь, я другая. Я спокойная такая, как бревно. А с тобой ты пойми, я не такая. И неправда, что мне нужно лишь одно. Я всегда к тебе симпатию питала. И сейчас примчалась, бросив все дела. Ну а с месячными просто так совпало. И совсем не из-за денег я пришла.